Служба инструкторов Большого Вудьявра претерпела существенные изменения. Удвоился штат работников, все они прошли специализированные курсы. Перемены обусловлены растущим потоком туристов, среди которых много новичков. Только за новогодние праздники инструкторы Биг Вуда обучили катанию более 1000 человек. О дальнейших планах развития службы специалисты курорта рассказали нашей съемочной группе. Самое неправильное поведение для новичков – вставать на лыжи или сноуборд под руководством самоучек. Пусть даже их стаж катания исчисляется десятками лет. Ведь главное – уметь передать свои знания и навыки. Именно этому недавно вновь обучали специалисты Биг Вуда. Перед сезоном ребята прошли курс в Национальной лиге инструкторов. Это как бы основная российская школа, которая производит обучение инструкторов по горным лыжам и сноуборду. Это интенсивный курс, который включает в себя лекции, теоретические занятия, практические занятия, разбор методики преподавания. Обучение проходило здесь же, на Айкуай Венчоре. Инструкторы и студенты катались с наставниками, применяли полученные знания. В конце курса – экзамен. После успешной сдачи ребятам присвоили категории Национальной лиги инструкторов, которые котируются и на международном уровне. В феврале на Биг Вуде пройдут курсы уже высшей ступени, на категорию «Б». Кроме мастерства, инструкторы должны уметь общаться с людьми. И здесь нареканий нет. О службе инструктора всегда, в принципе, положительный отзыв, потому что те люди, которые по большей степени работают с клиентами, встречают их на склоне, подсказывают, помогают. Здесь же работа ведется инструктором не только напрямую с теми, кого они учат, потому что на склоне иногда встречают гостей, которые неуверенно себя чувствуют, не могут там какой-то поворот пройти, какой-то спуск преодолеть. То есть инструкторы, они еще и помогают людям на склоне, как бы безвозмездно, конечно. В пиковый сезон специалисты работают в режиме нон-стоп, набирают желающих группами, но спрос порой все равно превышает предложение. Если вы хотите попасть в штат инструкторов Большого Вудьявра и имеете лицензию на преподавание, обратитесь в администрацию курорта. Чем больше новичков будут обучены катанию профессионалами, тем безопаснее будет на склонах. На курорте в загрузку, в пиковый сезон очень много людей. И большая часть, как я говорил, кататься не умеет. Катается в основном по прямой. Это мы их называем такие бешеные пули. Очень опасные люди, которых нужно остерегаться. Нужно подталкивать на обучение, чтобы они осознанно, сами самостоятельно шли к нам и повышали свой уровень катания. Горные лыжи и сноубординг – это сложный координационный вид спорта. Если человек не знает и не понимает технику, велик риск закатать ошибки в мышечную память. И тогда удовольствие от скольжения по склонам не получить. Большая команда инструкторов ждет всех желающих на Айкуай Венчоре. Научить кататься правильно.